чем хуже в России, чем вот в Азербайджане? Вот вы знаете, вот показывали по телевизору, например, что ребенок, не было денег заплатить за автобус. Его выгнали. И этого ребенка выгнали. Ни один азербайджанец у нас, в нашем государстве, этого бы не позволил. Он свои Они бы отдали, этому водителю, извините меня, морду набили бы. Он встал бы, 10 человек сейчас поднялись бы в автобусе и сказали бы, не трогайте ребенка, я заплачу. Понимаете? Вот это Азербайджан. Вот это надо прочувствовать. Вот мы это можем почувствовать, потому что мы вот это впитали. Например, у нас приходишь, вот, допустим, я нанимаю человека вот сделать мне элементарный ремонт. Да? Вот у меня дочка сейчас живет в Краснодаре, вот они приехали, пригласили человека. Он говорит, обои сами будете снимать? Нет. Так, это 200 рублей. Плинтуса сами будете отрывать? Это 100 рублей. Там, не знаю, это Россия. У нас приходит человек, я говорю, что вот комната, мне надо сделать ремонт. Он мне говорит, ханум, так-так, это будет стоить 200 манат. По рукам ударили, все. Я ни к чему не касаюсь. Угу. Понимаете? Он мне отдельно не подсчитывает, мне не нужно составлять договор, мне не нужно говорить, что там, не знаю, заверять это где-то в нотариусе и так далее. Патрибаджанцы, это кщинец соберулар. Мужское слово одно бывает. Сказал, все.